это не поправить. Если что, скажи, рекаунт есть, вон все записано, если что, блядь. Скрины нахуярим. Дата, время, все. Я писал в ответ. Вага, что там? Дальше РТ будет куда-то или можно это? Ну, хотелось бы Джайну хотя бы разок пульнуть. Сейчас просто разберутся с админом. А, ну я тогда офнусь, чтобы этот саппорт не тикал. Ну, да, Дискорд. Можете офнуться. Куда главное в Дискорде остаться? Я скажу там, как зайти всем, когда админ появится. А тему создали вообще? Кто-то в VIP разделил. Я написал им О, можно там Гренди в личку написать, если он нас... Кто забрал коня, тот козел. А кто забрал коня? Ребята, если подождите, это лут не весь с личаном дали. Получается, админ тогда должен одну шмотку додать. Смотри, что произошло. Выпало два героических токена. Два, должен блядь. Либо откатить, либо додать одну шмотку. Должен... Посмотреть, что должно было выпасть с этого. Он должен убить лича, по-моему, самый шмот просто нам дал. Коня там вроде алоэ выиграл. Либо он должен опять. Его откатить, и мы должны будем убить. Аналогично, как у нас Джайна было, когда она багалась. Нам просто сгенерируют лут и скажут его разрулить. Да, либо так. Пускай он тоже сгенерирует. Если, смотря кто из админов... Так, я, короче, перекурю буквально 2 минуты. Сюда припрёт. Я на колонках. Есть что? Орите. Я прибегу. Ёбаный конь, он когда-нибудь мне поддастся или нет? Конечно. Тима, еще маску полутал, вот и радуйся. Сука, иди в жопу, а. Когда-нибудь он всем упадёт, не переживай. Этот, короче, если вдруг на Джайна пойдете, то это, меня пока заметьте, у меня что-то на линии порыв где-то, пойду сейчас узнавать. Ну, там этот, чтобы я, короче, с инста. Так, все, я тогда отошел. А что они вообще в это время отвечают вообще? Вроде у вас только час дня пойдет. Там всегда кто-то должен не сидеть. Не знаю, я был в рейде, короче, у нас этот тип, блядь, может завис, тоже тип отписали. Не, ну тогда типа на Вайше он типа быстро раздуплился ГМ. У нас когда скрытие не под водой умер, он этот админ тоже быстро завис. Не, а Джайна не запускается, да? Так, в глыбе естественно. Стоит. А Тирион даже в глыбе стоит, а, прикольно, да. Поэтому он не запускается. Че, не зашел еще? Глыб... Ничего еще не написал. Дайте масс диспелом по нему. Если бы это так работало. Ну что вы там вчера мучились? Все замечательно, хорошо. Че-че, да? Говорю, что вы вчера мучились на лече? У вас замечательный рейд. Все хорошо получается. Люди лагали. ДПС, да, чуть-чуть меньше был? Да пофигу на ДПС. Надо ДПС по барабану. Люди... То один, то второй лагал, то третий. То вы пойми, что да. Еще. Мы лагали, да, еще. Да все потому, что мы с первого пула его убивали. Потому что все пришли как бы на свежую голову сразу с этого. Все-таки все равно, ну типа 3 часа идти. Потом... Хитрый план сработал, 255-й ДЦ затащил. Да? Да. По-любому. И по мане не сел ДЦ. Ай,
помню, мне Егор Синдор рассказывал, его заставили зайти. Там тоже что-то типа 255-го был на тот момент. Только на Джейн. Надо было написать, мне кажется, это было бы прикольно, а то, что с ДПСом таким задавили, не успел он, короче, убийство. Дрон в Роско, посмотри, чего у меня с ДПСом, 15 лямов набил. Так а у нас осталось что-то? Про товар был, тогда можно было бы что-нибудь. У нас осталась одна комната и добили бы, да? Ну да. Да. Что там? Ну там буквально лям оставался до этого. Это всего унесенный урон, это ж не по личу. А по личу у меня все равно на первом. Я понимаю, но там ж не 15. Ну, 10. Или 12. Типа вы быстро духов заливаете, блять, стаки проебываю за это. Дожились, да? Долго заливаем, не нравится, быстро заливаем, тоже не нравится. Так никогда долго не заливали, я только сейчас один раз успел попасть. Только выбежал почти на центр комнаты. Не так и не так. Что вообще молчат? Это как Лёха на Настю орал, не кидай на меня щиты, у меня стаки не... Блин, скинул, всё скинул. Чё там с Лёхой? Чё он перестал заходить? Ну он на юбилей был вчера, он сегодня вечером появится. А? Надо было сказать, ага, мы его все достали, он сказал, уеду я. Ну вообще, самая правильная информация. О днях был рейдерский захват, смена власти, все дела. Когда рейды такие, как вчера были, типа, вам же лучше, что Лёхи. Это я видел, революция. Это точно. Что там, не зашел в админ? Не появился. Еще нет. А ты там лично какому-то определенному написал или чего? Ну, тему создал, как бы, туда фото скинул, скрин. Понял. Написал баг лича, рейд сейчас. Ну, обычно быстрее отписывают. Сейчас что-то думают. Выходной у них. А випро сделал с какой лоял? Четвертый. В смысле, с четвертой лоялки все? С випки. Наверное, да? Да, четвертая випка. Четвертая лоялки, я думаю. Ну че, просветления нет? Ну, прошло только 14 минут с убийством. Не, ну Вайши тогда быстрее он был. Нет, я не помню, сколько времени прошло тогда от РТ, но там быстрее. Чего у тебя? Да. Тогда Лёха отписывал. Какая разница, кто отписывал? Но у него ж випро сдела нету, как он мог. Ну он-то с админом. Он с мазофакера пишет. Вот это из совы, что ли? Ну да. Там есть у него лоялка, что ли? Ой, блин, там почти элитная, по-моему. Какая там? Элит бронз или элит сильвер? VIP бронз там точно есть. Сильвер. Куда вы щимитесь? РТ типа только началось, по идее. Ну, у нас типа туда. Да, еще 2.5 часа тут как минимум. Я просто релогнулся, я на шамане. Ничего не знаю, я не в гильдии, мне ваши рты не касаются. У тебя есть жопы, на которого можно наказать. Если надо, я жду, я зайду. Я помню, когда адмирал Кайсанич, ему Леха ему на мейн.
У меня вообще топовая гильда. Я лучше помню, вас. Адмирал, да, на маге в колбу со слизняком забежал. Да. Ну, это нормально. Портовая плюха? Нет, не портовая плюха, у меня круче гильда. Короче, тебе ничего быть не может. Портовая плюха, фу. Портовая плюха, да. Читается оно совсем не так, как оно пишется. Они так мозг выносят в РПК. Я с ними как-то была в рейде. Там, по-моему, два пуга было, я и еще кто-то. Боже, там они такие... Классные. Да, мягко сказано. Просто я не знаю, у них даже они какие-то с отклонениями, что не хочу их обидеть, но они, по-моему, с отклонениями там такую фигню несли. Очень классно, ребят. Самое что интересно, как они издевались над девочками, которые у них в гильде. Я вот сижу, думаю, тут сказать нет. Ну, лучше молчи, Полина, а то нагребешь неприятностей. Давайте над Полиной издеваться. Чего, Полина? Я говорю, давайте над Полиной издеваться. Нет, тут не получится. Я за словом в карман не полез. Как они могли над ней издеваться, блядь? Не над ней, там две девочки были, они прям их гнобили, прям по жесткой, прям вот прям, прям неприятно этого, я не знаю. И они это прям терпели, бедные. Вкатывало, значит. Дело не в том, что они там косячили, не косячили, они прям на личности переходили, и это очень неприятно. Откуда ты знаешь, может, быдлонов это стиль ухаживания так? Куда мне знать? Ну где там великая администрация сервера-то? 25 тикетов запилить просто в игре еще. Там 40, я не знаю, стринков совсем. Я, в общем, личную тему создал им, чтобы попросил, чтобы... Ты смотри, а ты в игре, может, они тебе пишут в ПМ, а ты не в игре. Так скрины же. Да, я в игре, вон, сижу, ничего нету. Было бы прикольно, чтобы он как агент Смит сейчас ГМ из кого-нибудь бы появился. В матрице. Кто писал про тикет? Точнее, тикет про это. Вдруг, да, вот это... Походу у них выходной, правда, что ли? Ну что, на форуме не видать никого из админов, что ли? Не может... Напишите заголовки Т5, ребят. Работаем. Т5 слишком МБО убили чат, да, как-то? Так-то по факту Т5... Создайте тему Т5 убил Рича, и все, это зурон так. Он очень быстро на Т5 реагирует. Да, у Лича ХМ фарш. Соляру ХМ. Т5 приступил. Соляру. Напишите уже Келеву. Я еще видел рейд в Т5, у него случился инфаркт. Мы его не можем вылечить, все, пиздец. Не надо было бить, он в смысле кастовал и комната, да, была? Как на объявлении сиськи, а теперь, когда вы обратили внимание, да? Да. Триггер для дезурона. Трейдер для Дезурона. Блад ДК сломался Т5. И фиолетово, что его там не было.
Это, короче, была ДК. Трикер для дезурона, ваш Сирус говно. Скажет, ну не играйте. В чем проблема? Не, он сначала может, забанит, не знаю, а потом скажет, ну, может, не выйти с инста, попробовать его обновить и зайти, может, он реснится, дичь? Да, нет. Вряд ли. Есть вероятность, что мы сюда вообще не зайдем. Вот, может, будет. У нас КД обновится, ДШМ на этой неделе соберут. Угу. Ваша ему открою. Это еще повезло, что мы убили. Даже с комнатой бы убили. Кстати, скорее всего, нам будет просто Баронси помогать убивать. Потому что они не смогут посадить Лича в этот могилу. Ну, он убьет его просто, и все. Там не настолько это быстро. Там по фазам он будет. Он с одной тысячи на вторую фазу переведет его, и все. В смысле, заново убивать? Угу. У нас будет хилить тупо, да? Да не вот будет сложно. Он хилить нас, он будет юзать там спел какой-то, блядь, который хп от него. Не шотует, а там потихоньку тыкает. Надо маг, в котором написано там что-то 100 тысяч, 200 тысяч. Ну я знаю, это ГМ-овский режим называется. За одно нажатие. ГМ-овский режим. Он сможет лужу нам прохилить, да все мы все разольем. Убиваем Лича у сквернения. Он вас, да, может бэрить во время боя, кстати. Был прямо в луже. Той, которую разбили. Но если вы хуёво вынести лужу, он вас всех не подымет. Давай на него выносить под него. Есть кого джипс? Сейчас, подождите, отписали. Поставь джипс. Напиши это ключевое, что это гильд рейд, это не пуга. Они обычно тоже быстрее. Пуга рейд, блин. Скажи, у нас вот это. Баронси в онлайн зашел. Сейчас он, наверное, зайдет. Он просил указать ник и реал. Да-да, Полина, это гильд рейд, особенно два друида. Зайдет. Не пишите только все вместе в рейдовый чат ему. Пускай вага пишет. То ему ничего не будет в рейдовый чат писать, зачем? Наверное, думаю, что я этот РЛ. Настолько дикие люди, что ли, ты думаешь? Да? Кому типа это? Заходите в игру, кто офлайн. Все в банк, хорошо. Топовые два друида, заметь. Хоть и не из гильды. Какие там топовые? Что там, заходи, да? Че, не знаю, топовые. Да, что-то там отписали. Так ты ID бы сразу бы ему указал, и ник это все говно ваше спрашивал. Вот это ГМ, да, присоединил? Те, кто офлайн, заходите в игру. Быстрее. Ребята, стараюсь. Надо орать, Вага, ты здесь? Вагабун. Да, конечно, я тут. Сейчас захожу тоже. Что за глаза? Он сможет зайти в рейд, если в 26-м? Сможет. Ему фиолетовый будет 30-м. По барабану. Суманули его, нет? Он в джоках так один раз. Его не надо суммонить, он сам здесь сейчас окажется. Он в джоках так один раз исправлял у нас. Я помню, у нас как-то было. Он взял под контроль нашего танка и танчил им этот, не заходя. Прикольно, такого не видно. В джоках просто кель когда-то умер в воздухе. И не могли взять лут. Может, дамаж. Метку поставь фул. Ой, его бить можно, бить, его бить. Можно его в МК возьмем? Не надо заниматься хуйней. С обрыва скинуть. Ну так что они специально так заходят, что их бить можно. Нет, он просто, скорее всего, забыл инвиз включить. Это он провоцирует. Я помню, там как-то
Каликом, по-моему, админ также заходил, а не его. Больше он к ним не заходит, да? Ну просто тогда это. Ну вот если такой фигней заниматься, они просто помогать потом не будет в таких ситуациях. Напиши по поводу пух, там что там по луту еще. Да, лут ему отдайте. Сейчас он сам во всем разберется, что тут у нас произошло, и все сам напишет. Не надо проявлять инициативу бесполезную, серьезно, да. Тем более, конечно, уже. Делаем, да. Как ты вчера сказал, главное не палиться. Ну вот. Не отсвечивает. Нет, не палиться, как-то по-другому было. Не отсвечивает. Спросит про лут, скажем, зачем самим проявлять инициативу бесполезную. Не отсвечивайте, ребят. Которая не несет никакой выгоды, зачем? Он не в Дискорде сейчас? Нет. Нет, конечно. А нам же эти ОД дались? Вот ОД он точно не отберет. Я помню, а у нас... ОД ему похуй. Помнишь, Миша, когда у нас со скрытнем такая же лажа была? Ему там все писали, да дайте. Была херня. Почему Телмивен вот блокирует эту хрень, когда в цель кого-то хочешь выбрать, я не знаю. Просто если бы это был какой-то ластовый босс, и не было бы вот этого ивента, он бы нам мог просто лут сгенерировать. А так как нам надо, чтобы Лич еще в склепе в этом сидел и Джайна стояла, он этого не сможет сделать. Лича рестует только, если сможет. Пофармим шмотки, чё. Вон он спрашивает про оружие. Пусть лидер отвечает. Да-да-да, один человек. Бонус на выбор пушку. Странно, да, кстати, что два героических. Один падает, да, токен героический? Да, один героический, один обычный. Типа вместо пушки в токен. Сломали лича, чушь поделать. Ну я уже видел кого-то тему эту. Было. Когда же 2-13 выпало нормально. Им площе, скорее всего, потому что в реалиях ты 5 на большой ДПС, может из-за этого он типа не успевает, как-то багается. Полина, нет, у него таймеры костов совпадают. Ну, они уже давно так совпадают, уже 2 года, они не могут с этим ничего сделать. Не такой же большой у нас ДПС. Больше, чем в Т4 и в Т10. Ух, там сова и сюда. Амур, Детруа. Нормально, нормально. Поехали. И вы чай бьете? Я не могу понять, что он там вот это, он так вот один вопрос задал и пропал. Что он делает? Ну, видимо, программа, может, пишет. Может, проверяет, смотрит. Я не знаю, вот они бы сделали бы вот как в контре, да, интегрировали бы, мозгов не хватит, наверное. Полин, пальчик не устал? Освобождаем место для другого друида. Собственно, я тут, чтобы выбрать еще одно оружие, это будет арк. Самое полезное, блин, выбор. Аркус Рольтик, это фигня. Оскол, пускай осколок даст еще. Аркус тут нужен. Благо, спроси у него. Вон, моралку отдайте, если никому из наших... Да если надо. Чё ж, как он рольнул посох? Самый бесполезный лут. Ну, он мне не нужен особо, так? Чтобы валял такой... Ну лучше мораль. Он же вы будет. Рольте для понта, мы потом по ПГП разролим его. А,
Шмотку, которую даст админ, она будет непередаваемая. Поэтому не надо кидать лишние роллы. Локи, смотри, выиграл уже. Кому Аркуса отдать, значит? Что за Аркус? Престол. Престол отдайте. Или Штормсингеру. Нет, мне не надо, не надо, я не буду. Нет. Тоже бы тогда на своего Престола зашла. Вот, блин. Ну чё это, у меня такой же призрак. Уже нет, походу. Уже не такой же, да. Так он не для того, чтобы лут дать, он для того, чтобы запустить джайн. А да, осколок пускай даст сейчас. Осколок, и что нам джайн идет? Да пусть сразу шеем уже дает. Шеем, блядь. Скажите ему, что там 10 осколков должно было лежать. Сейчас что, 100% падает? Нет. Нет, вроде. Нет, 100% осколки здесь вообще нигде не падают. В ХМ-ке шанс 66 вроде процентов или что-то около этого. Да, обычки 30. А он сам как-то, он по-любому как-то рольнул. Будем на это надеяться. Считалочка из лута выбрал. Раз, два, три, четыре, пять, как вы успели меня заебать. Держите тебя. Это да. Какие он скажет, я вас освобождаю на этом КД от Джайна. Придется в РС уйти туда. Не, ну мы же закрыли, получается, джайну, если он не нам не... Пускай! Пусть лут раздобьет джайну, и нам... Не, кстати, если он ее не сможет, пускай лут дает, я согласен. Мгновенно тебе там на пристал он дал предмет, нет? Да, уже у него. Бетта. Что, даже не будет писать, Грэм кидала, блядь? Хоп, сразу 25 человек и сейчас с этого. Как он узнает, его ж не было там. Лут сгенерирует и узнает. Ну или на отъебись просто, как и Аркус даст. Понятная ситуация, Аркус. Никому не идет, да, кроме твинка, чего. Ну, арк это же специфическая шмотка. Она типа только ардроида ДЦ идет, по сути. Ну, он, видимо, посмотрел хилов такой. После перезагрузки, я же говорил. Падло. Чтоб тогда, чтоб на следующем КД 10 упало у нас, скажем. Все, полетели. А когда рестарт-то? Завтра. Ночью. Завтра. У них ночные ребуты же постоянно идут. Они же там на экстре все время что-то залезли. Че, родер получается. Так, алоэ. Куда вы вообще все съебались? Я портал прыгнул. Лут не раздал. Кого не раздал? Лут. Куда пойдем-то? РС идем? Да. Нет, РС в понедельник. Куда просто... пойдем? У нас что-то вообще есть не закрыто? Даркис, давай ставь шкаф. С умом. ЗС закрыли, да? Так а кому лут не нужен? Зачем нам? ЗС, да, закрыли. Алло, мне я могу сумануть? Я маунты не забрал. Куда вы летите? Мы больше не нужны? Ну, кому лут не нужен, все свободно. Чата, только да? Не ливайте с рейда, да, и вы начислили. Да, да, с первого пула все дела, что там, все? Не идем? Какой-то неинтересный рейд. Да он не может ребутнуть. А, все, чат прочитал, все, вопросов нет. Что, ладно, приятной игры, говорит. Скажи, что нам делать вот полтора часа, вот эти, сколько нам тут до артека?
2 часа скачет. Соточку ГП можно за это? За то, что ГМ... Роль на Микадзе. Блядь, скинул в объявление рейду. Надо писать ролл слово. Команду, точнее, ролл. Команду ролл. Команда ролл? Ну, трейд кидай, чего ждёшь-то? Бля, на Микадзе счастливый парень. Я не знаю, блин, хоть бы пушку бы хотя бы на выбор дал, с нифига путевого не сделал. По сути, пришел. Не, ну на выбор это слишком жестко. Ну он, скорее всего, просто рандомно тыкнул. Так а смысл, что толку он зашел нам и дал одну пушку и все. На офспек роль. Это все на офф роли? Я написал рол на мейн. Нет, тогда нет. На мейн спек это кому надо, я так и не понял. Ну быстрее отвечайте. Ну если плюсиков нету, значит все оф. Че, на оф ролит? Короче, в следующий раз, кто не видит слово мейн спек и ролит вот так вот, просто остается вообще без лута. Просто он получает ее за ГП. Да, нет, я ее просто удалю нахуй. Лучше за КП дать, раз он ролит на мейнс. Чувак, сегодня все? Да. Ты на БГ не пойдешь? Сейчас посмотрим. Персик трейд. Всем спасибо. А чё, Миш, ты на БГ забыл? А чё, ЕП дадут, нет? Ну дадут, только с рейда ливать не надо. Враск трейд. Я улетел. В Долоране, значит, жди. Кто там с рейда ливнул? Только нямка. Зло в пароле забыл, что у нас рок. Я ливнула, мне все равно